Для жителей Одинцова Подушкинский лес – одна из немногих зеленых территорий, которая располагается вблизи города. Именно поэтому общественники обратили на ее развитие особое внимание. Это основная зона отдыха для многих горожан, не только 4-5 микрорайонов, потому что для классная Лазутинская трасса классная, но для нее добраться могут не все и проблемно. А этот лес прямо рядом с городом, и 2 года как он отдан уже городу. Общественники обсудили перспективы развития зеленой зоны и превращения ее в полноценный лесопарк. По мнению активистов, средства на эти инициативы следует включить в бюджет Одинцова на следующий год. Первый вопрос. Перечень и объемы необходимо именно первоочередные работы на 2018 год по приведению в порядок зоны отдыха Подушкинского лесничества. По мнению общественников, прежде чем что-то развивать, Подушкинский лес для начала следует привести в порядок. Фотографировал сухостой, который стоит, те бревна, которые лежат поперек троп основных. Но я сегодня прошел до конца трассы, такого за все годы, сколько я здесь в этот лес хожу, никогда не было. Лес завален буквально буреломом, и основные тропы тоже завалены. В ходе встречи общественники предложили поэтапный план развития парка на ближайшие 3 года. Его детализация и обсуждение планируют начать в ближайшее время. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».